Глубокий и мелодичный голос Светланы Эрмиш завораживал. Именно с ее творческого выступления начался праздничный концерт, посвященный Дню независимости Республики Беларусь в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района города Бреста. Зрители, сдыв дыхание, слушали песню «Сердце земли моей» в исполнении талантливой женщины, которая не так давно исполнила свою заветную мечту. Стала участницей международного вокального конкурса «Ты супер 60+». Я и в центре здесь как бы задействована постоянно во всех мероприятиях. Пела в парке на этой большой сцене, пели в ОКЦ. Ну, принимаю во всех фестивалях участие, в разных конкурсах различных. И вот последнее время, такое одно из ярких таких впечатлений и выступлений, это город Москва на НТВ, проект «Ты супер». На импровизированную сцену в актовом зале выходили не только участники международных вокальных конкурсов, но и те, кто просто любит выступать. В числе желающих продемонстрировать творческий номер воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов и для людей пожилого возраста. Находясь в наших отделениях, они занимаются в различных кружках. И вот одно из направлений деятельности, мы говорим музыкальная деятельность, вот они показывают, каким образом мы реабилитируем эту категорию. Другое направление – это активное долголетие, это граждане пожилого возраста. У нас их в отделениях 260 человек, которые занимаются в различных кружках. И то же самое, вот этот музыкальный кружок, который у нас есть, и который поздравляет нас всех, и включая отделение для инвалидов, они показывают свою возможность, свою значит, твои таланты. Музыкальные и танцевальные номера в некоторых случаях, возможно, были не идеальны, но каждая из них наполнена добротой и желанием подарить другим праздник. И у выступающих это получилось.